Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в Розы Тени. Продолжить, да. Тени Розы мы с тобой продолжаем. Что-то как неудобно, я сижу как, не знаю, что-то как неудобно. Так, ну-ка, раз, я не помню, я сводил там, нет. Так, да, насчет, кстати говоря, прицела. Отнадение, ага, перекрестие, давайте выключим. В смысле, а перекрестие же я выключил. Не то перекрестие это нормально, не то, подождите. Перекрестие включить. Найдение. А где? В экране, что ли? Я хотел этот отключить. А, перекрестие. Цвет белый. Может, не знаю. Я хотел точку. У меня же точка стоит. Я хотел точку, ребята, отключить. Так, что у нас по заданиям? Используйте одноглазый ключ. Поем одноглазый ключ. Нам надо в это использовать. Что-то мне там. Stay safe. Береги себя. Спасибо. Стараюсь, но это нелегко, когда за тобой гоняется псих-гигант и его жуткие прихвостни. Это да. Да уж, всех не одолеть. Так, надеюсь, там нормально, ничего, камера не перекрылась. Так, пойдемте. Одноглазый-то где у нас был? Где-то с той стороны, что ли? Способности у нас нету, мы ее всю потратили. Я уже забыл, кстати говоря, как способность использовать. Что-то на пробел, да, по-моему. О-о-о, этот хитрый вороватый зайчонок далеко забрался. Ага. Но следующую маску тебе не сапать так легко своими загребущими лапками. А, да, подождите, еще я что хотел? Нет. Настройки. Управление. Камера. Чувствительность камеры при прицеливании. Чувствительность камеры. Господи, сколько всяких показаний, чувствительностей. Все такие чувствительные. Что это за звук? Это какой-то мужик. Здоровый был. Добро пожаловать в галерею отчаяния. Это славная экспозиция тех, кому удалось добыть хотя бы одну маску. Полюбуйтесь на тех избранниц, чьи последние мгновения в безысходности навечно запечатлены в этой галерее. Эта коллекция позволит вам смотреть на жизнь с новой стороны. Больной урод. Это не говори. Короче, он наши эти тела. Что все заперто? А мы где вообще? Галерея, да, там галерея. Кстати говоря, можно применить, использовать. И я не знаю, нам хватит, не хватит ХП на еще на один удар. Здрасте. Зачем я нажал? Нам надо открыть по-любому. Так, удушающее. Расстрелянное. Заколотое. И просто это, да? Не дожидаясь острых стрел, ушла под воду я. Среди моих бед был острый меч, но прежде всех петля.
Не дожидаясь острых стрел, ушла под воду я. Ведь моих бед был острый меч, но прежде всех петля. Не, я понял, я понимаю, что надо, я просто какой порядок. Не дожидаясь острых стрел, ушла под воду я. То есть сначала, не дожидаясь острых стрел, ушла на подводу. Значит, сначала должна быть под водой, потом стрелы. Среди моих бед был острый меч. Но прежде всех петля. Петля, острый меч. Петля. Острый меч. Петля, острый меч. Ушла под воду я. Вот так что ли? А, открыли. Да. То есть сначала была петля, потом был острый меч, но прежде чем уйти под воду, там была пизда. Вот, такие вот, да. Это нам, видимо, туда, да, надо? Там все закрыто было. Там все было закрыто. Ты где, падла? Ну, конечно, все заперто. Конечно. Все, ребят, заперто, а как бы еще? Только зря способность свою потратил. А то мы в той серии, да, по-моему, с тобой упали. Было весело, полетали там. Так, матрешки есть. Где-то картина еще должна быть. Я помню, ребят, про картину. Серебряная маска в дальней маленькой комнате. Я уже так близко, в дальней маленькой комнате. Мне кажется, сейчас сказать здесь жопу будет. Но быстрее. Ух, ты кто нахуй? Ты страшный. Ты кто? Мужчина, вам чего? Денег нет, но я держусь. Старые нихуя не интересные шутки. Два выстрела и пошли отсюда. А что, то есть она сидя не может навык применять, прикиньте, только стоя. Вот этот навык она может применять только стоя, сидя она не может применять. А может, что-то еще было? А, вон маска. Мужчины. Мужчины. Я к вам не пойду, мужчины. Вы злые мужчины. Так, вторая маска. Самодельная бомба. А там вроде что-то может было на эти, да? Ага. Ага, да, вот так же можно, точно. Так. А у нас не сохранение, ни хрена. Две маски есть, осталась еще одна. Это какая? Это двойная? Это двойная. Маски есть? А последняя, наверное, у мужика у этого. Ты наложила герцога. Свои грязные лапки на то, что трогать не следует. Кажется, нашему жадному зайчонку пора преподать урок. А меня здесь трахнут? Да, меня здесь трахнут.
Да, ну я рассчитывал как бы баги, лаги, то что там это... Подождите, а мне чё? Мне... А, ты ещё живой, ебать. Брось, мужчина. Подожди, а... А там дверь что ли открылась, или что ли там была дверь? Я что-то не понял, подожди, я что-то запутал. Но мне просто назад надо бежать, или что? Подвал, через подвал, мне просто назад что ли надо было? Я просто затупил немножко, как бы, да. Нормально, повторяю. Мужчина, дайте пройти, пожалуйста. Мужчина. Мужчина, вы меня заблочили. Мужчина, а как мне... Пиздец. Ну и чё, я не выйду. Все подсосники сюда подошли. Выпустите меня, пожалуйста, отсюда нахуй. Я не могу просто выйти, меня заблочат. Вот это недоработка, кстати. Вот это недоработка. Я просто думал, что здесь есть где-то шорткат, так называемый, сохранение. Ну, ТПшка. То есть не надо бежать назад. Давайте. Две маски есть, осталась одна. Ты наложила свои грязные лапки на то, что трогать не следует. Кажется, нашему данному причуду пора прибавить. Прости. Ай, беги! Бля, как вас здесь много, пиздюков. Все, я жив? Угу. В принципе, да, всего лишь делов. Так, я надеюсь, все. Подвал, я там что-то еще не нашел, наверное, какая-то это. Ага. Какая-то херня там, наверное. Была. Вот, за спидранили, ребят, за спидранили. Главное по спидрану, Волгин плыть. Так, и чё мне? Здесь все двери закрыты. Я знаю, ребят, врать не буду, я знаю, что где-то в одной из дверей лежит картина, которая нам нужна. Которую мы там собирали, вот здесь вот в галерее. И там одна из картин лежит. Ну как туда пройти, я хер знает. Опа. Майкл. Маска. The Mask. Да, Илон Маск. The Mask. Илон Маск. Еле успела забрать. Огромный урод явился. Не сражайся, беги. Еще бы. Мне согласен. Такого не одолеть. Согласен. Че сражаться-то? Take this. Возьми это. Сейчас все пригодится. Спасибо. Пучок белого... Подожди, это стебель, а это пучок. Много. Частично. Частично это две. Так. Лекарство. Хорошо. Сохранение. Замечательно. Так, гостевая. Подождите, давайте походим. Теперь открыто. Ого. Ого. А это куда я иду? Я пока особо далеко отходить не хочу от этого места. Там еще надо двери поизучить. Угу. Реагенты. Патроны для дробовика. Порох плюс ржавые обломки. Самодельная бомба. Что, здесь дробовик дадут? А где дробовик? Понял. Так, подожди. Патроны мы умеем делать, а дробовик сам.
Так, подожди. Еще раз. Вот картина, змея. Так. Хрена себе ванна. Ну, жопа-то у Димитреску была большая. Мыть ее надо было. Так, галерея. Все, возвращаемся в галерею. Бежим, 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 бежим. Красиво. Надо же, какая ты у нас настырная. Ага. Ну гулять где хочешь, я не могу. Да? Ну ладно. Так тому и быть. Да. Ну гуляй, говори, где ты хочешь, я тебе не позволю. А я гуляю там, где хочу, потому что я женщина, я свободная. И вы мне, мужики-козлы, указывать не будете. Я где хочу, там гуляю. Да? Да. Пойдемте с маской делать, я не буду скрывать, да, я уже говорил, я знаю комбинацию. Ну, случайно мне попался, когда я... Когда плейлист там подбирал, в общем, я знаю именно не комбинацию, я знаю, что надо делать. Нужно напротив каждого хищника выставить его жертву. Вот, напротив, да, получается. То есть волк гонится за овцой. Вот так вот. Бабочка, это, по-моему, здесь должна быть, ну, лягушка. Бабочка. И здесь еще хищник, да, получается. Змея. Здесь напротив должен быть ее жертва. Паук. Или подожди, или кто с кем? Подожди, не то. Подожди, паук. А, не, подожди. Паук это хищник точно. А. Хотя бабочка же может это. А, так, змея кушает лягушку. А бабочку кушает паук. Так? Да. Я как бы не стал тебе врать. Я как бы знаю, я не из тех летсплейщиков, знаете, кто там... Ой, я случайно сам догадался. Он решил травить меня головоломками, что ли? Так, нашли ключ. Тройной. Трехглазый. Неплохо. Трехглазый символ жажды славы тебе дарует золотую маску. Использовать трехглавую маску. Ой, трехглавую маску. Что несу? Трехглазый ключ, ну там он был, в этой. А где еще был, ты помнишь? Заметь, мы двухглазого ключа еще не находили. А где дробовик? У меня дробовика еще не находил. А, вот дробовик. Где дробовик, вот дробовик. Для дураков. Это упростит задачу. Ну, как тебе сказать, упростит. Так, быстрый доступ на цифру 2. Да, господи. Да я хочу перетащить. Перемещение. А, о. Ох, что это управление. В этой замечательной игре. О, сейчас. Мы сейчас под себя все немножко расставим. Повернуть. Вот. О. Менеджментом занимаемся, ребят. Когда все аккуратненько и классненько. Вот. Да. Но три патрона нам ничего особо не дают. Один порох, одни детали. Ну, давай скрафтим. Перезарядим. 5 дробим. Так, и что нам делать? Так, еще одну мы сейчас ставим. Так у нас получается. Найдите три маски. Используйте трехглазый
ключ. А трехглазый ключ там где-то еще, да, можно ведь использовать. По-моему, где-то на улице. Да? Ты помнишь? Я не помню. Так, наверху мы были, да, везде? Библиотека. Я везде, в принципе, был. А, вот здесь трехглавый, да, ключ. Нужен двор. Подвал. Да, выходим налево, и там трехглазый ключ. Налево. Выходим налево. Уходим налево. Серию надо закончить, а то серия длинная. Никому не интересно смотреть длинные серии. Так, мы сохранились. Потрошку дашь, друг? Ой, блядь. Хотел сократить. Я такой невнимательный. Я такой, ребят, невнимательный. Ой, блядь. Ну тут надо что-то сейчас будет на тайминг, да? На... Я не люблю, блядь, игры на тайминг. Она еще у ней дистанция говно. Бери. Бери. Тайминги, хрен. Последняя маска? Не знаю. Надо у тебя спросить. Ну, давай быстрее. Ну да, конечно. А чё нет-то? А чё нет-то, да? Сразу четверых. Чё ж на 10-то? Не знаю, почему я их так озвучу. Так, а куда ты? Стой. Стой здесь. А где еще они? Не вижу. Как бы вижу, а как бы, ребят, не вижу. Ну там, да, где-то? А, вон там. Давай, иди сюда. Им, кстати говоря, меньше надо, не по 6 патронов, уже по 4. То есть, а тут я точно никак не пройду? Понял. Вы где? Падла. Хорошо, что знаете что, когда они умирают, они издают такой характерный звук. Тут вот наверняка это. Есть еще ядра. Да, наверняка. А, я понял. По-любому в конце должен появиться большой детик. Типа самый босс. Но это по-любому не все. Мы должны будем... Еще, наверное. Кстати, мы здесь все забрали. Открыть. Слокот. Ага. И что мы можем туда пробежать? Да, через библиотеку. Через библиотеку. Здорово, бушки.
Мне предлагают дробь использовать, да, как я понимаю. Так, я что взял? Для дробовика? Да, по-моему. Мы пока с пистиком постреляемся, так что нам это... У нас две бомбы есть. Так, а что мы сделали? Библиотека. А. Что, вот так вот надо сделать? Хорош. Так, пошел контент. Так. Ну, туда упало. Сейчас подберем. То есть, я напоминаю, мы, кстати, где-то в это... Входим в вымышленном своем мире. Где-то в спорах гриба или что там. И я взял. Все. Все взял. Вроде сказали дополнение. Отлично. На 4 часа. Сейчас что-то еще будет. Теперь что? Нас поймали. Все, теперь мы в тюрячке. Патрон вижу. Где это я? Время пробуждения, девочка. Жаль тебя. Ты была буквально в одном шаге от кристалла, на который были возложены все твои надежды. Я знал, что играть с настоящей розой будет веселее. Было бы глупо лишать тебя жизни, подобно свирепому варвару. Не желаешь ли немного продлить забаву? О, только не надо дуться. Я хочу предложить тебе небольшое развлечение. Тут много склероциев. Ну, почти все они ложные. Как думаешь, сможешь найти настоящее? Время уходит, девочка. Тик-так, тик-так. Тебя сожрут с потрохами, подпиши. Да как же я должна их отличать? Ой-ой. Сохраняй спокойствие. Оба, дорогуша. Осталось всего 2 минуты. Не валяй дурака. Налево. Под бочкой. Под какой нахуй бочкой? Пальцем в небо. Под бочкой, говорит, налево под бочкой. Под какой, блядь, бочкой? Где тут бочка? Молодец. Не советую тебе, Дис. Надо же, как время бежит. Осталось 1,5 минуты. Разбитая стена. Глубокая тень. Чё, блин? Чего? Какие-то подсказки ебанутые. Глубокая тень. Какая нахуй глубокая тень? Большое ядро. Чего? Последняя минута. Советую поспешить. Чего большое ядро, блядь? Я не понимаю, честно. Ну, блядь, все в этой хуйне. Большое ядро. Разбитая стена. Глубокая тень. А, глубокая тень. Вот здесь что где-то? Может, здесь? Бочка. Ты готова к суперфиналу? К какому суперфиналу? Скорее. Спасибо, что? Блядь. Следую за моими словами. Следую. Наверх.
наверх, блять. А наверх это куда? Это вот туда, что ли, может, центральная? Да, этот, блядь, подсказчик тоже еще тот, блядь, подсказчик, нахуй. Стена, говорит, бочка, хуёчка, говорит. Так, ну я знаю бочка. Я знаю... Тень. Бочка, тень где-то, блядь. Подсказчики, конечно, ужасные. Можно скипнуть? Пропустить, да. Время уходит, девочка. Тик-так, тик-так. Тебя сожрут потрохами, поспеши. Да как же я должна их отличать? Так, вот здесь надо раскрыть. Ой-ой, тебе надо. Они меняются каждый раз или нет, или они остаются? Осталось всего 2 минуты. Не валяй дурака. Так, под бочкой. Под бочкой, блядь. Под бочкой ничего нету. Под бочкой, может, вот здесь? Пальцем в небо. Да. Направо. Надо же, как время бежит. Направо, то есть та, снизу. Не советую тебе действовать. Следующий. Next one. Глубокая тень. Ты же не думала, что все будет так легко. Сейчас? Серьезно? Давай быстрей. Да быстрее, блядь, перезаряжайся. Еще не все? Глубокая тень. Разбитая стена. Ты готова к суперфиналу? Какая нахуй разбитая стена? Что? Дальше. Чего дальше-то, блядь? Дальше. Ёб твою мать, да подскажи, справа, слева. Последняя минута. Советую поспешить. Пиздю, блядь. На, сверху, короче. Слава богу, Магла все ебаная. Кончилось. Я тебя убью, нахуй. Сохранение, ты справилась. Спасибо, блядь. А ты, Майкл, ты подсказчик хуёвый. Честно, блядь. Ты подсказчик очень хуёвый. Все, сохраняемся, увидимся с тобой уже в следующей серии. Дай мне награду. Без твоей помощи не смогла бы. В общем, один справа в этом. Молодец. Я хотела бы пони, но и это сойдет. Один, короче, справа там в этом должен быть, потом в этой там. Сверху один, слева один. Их вообще 4 получается. Ладно. Все, заканчиваем в этой серии уже. Поместить себе 3 маски. У нас есть маска, да? Да, золотая маска. Золотая маска, золотая. Наполняет ароматом маска. Чаем. Да, говорю, серию надо завершить и сам это. И сам куда-то пошел. Ну, интересная игра, интересная. Я помню, здесь мы бегали от этой. От бабенки. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.